4 земельных участка за дом быта. На заседании комитета по муниципальной собственности и земельным отношениям Тверской гордумы депутаты рассмотрели проекты решения по двум объектам недвижимости. Один из них – дом быта. Мы ранее говорили о том, что в администрацию города поступило обращение арбитражного суда Тверской области о передаче дома быта в федеральную собственность. В случае передачи объекта суд обязуется возвратить городу 4 земельных участка, находящихся у него в бессрочном пользовании. По информации администрации Твери, доход от предоставления в аренду этих участков позволит возместить выпадающие доходы городского бюджета. Депутаты, члены комитета, поддержали представленный проект решения. Он будет вынесен на заседание городской думы.